Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 149, што называецца па гарачых слядах, на працягу судак раскрыта 78, 17 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 36 падазроных асоб. 60% преобладают кражи имущества. Однако сотрудникам милиции в течение дежурных суток удалось раскрыть более 50%. Продолженные мероприятия по делокализации населения, изъято более 300 литров фальсифицированной алкогольной продукции. Кроме этого, продолжены мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 11 превентивных дел возбуждено по данной тематике и 20 жителей Брещины изолированы в условиях ЛТП. 8 дорожно-транспортных здарэнняў, у якіх загінуў один чалавек, і 8 атрымалі пашкоджанні рознай ступені цяжкасці, зарэгістравана за мінулыя выхадныя на тэрыторыі вобласці. Причины ДТП – это совершение наездов на пешеходов в темное время суток, это в том числе попутное столкновение. Но хотелось бы отметить, что основная причина вышеуказанных происшествий – это наезд на пешеходов в темное время суток. Причем у госавтоинспекции очень серьезные вопросы по поводу физического состояния этих пешеходов. Но скажем так, что впоследствии мы уже сможем с вами более точно констатировать, находились ли они в состоянии алкогольного опьянения, либо нет. На что бы мы хотели сакцентировать внимание? Все-таки впереди у нас с вами начинаются новогодние праздники. Основная причина ДТП в такой период времени – это управление транспортным средством, либо нарушение правил дорожного движения пешеходами в состоянии алкогольного опьянения.